Потому что мы пришли, заплатили деньги, но не только поэтому. Потому что мы здесь рядом в Лос-Анджелесе снимали клип. Мы знаем, два месяца назад мы были здесь недавно в Атлантик-Сити. Кто был на концерте? Я был. То есть кто не доехал, пришел сегодня к нам сюда, в Бруклин. Бруклин, вы пришли не на просто концерт. Сегодня, кроме Потапа и Насти, на сцене не будет никого. Что, мало? Почем билеты, товарищи? Друзья, сколько стоят билеты? 90. 90 баксов? Да. Ребята, это очень много. Надо, чтобы кто-то один из нас остался на сцене. Как минимум. Мы отработаем эти бабки, и вы будете нам еще должны. Бруклин, как настроение у вас? Рассмотрите нас внимательно, потому что мы хотим сегодня сделать концерт. Очень легкий, очень позитивный, очень ненавязчивый, очень такой прикольный, очень чумачечий. Это чумачечий концерт. Понимаете, о чем мы говорим? Do you understand what we're talking about, guys? Come on! Все вместе с нами! Чумачечий весна приехала к вам! А ну все вместе с нами, Олег, запускай песню, поем! Все, everybody, ручки достали! 90 баксов не деньги, можно хлопать! Пришла и оторвала голову нам чумачечая весна. Привет из Украины! Всем нашим евреям! Дорогие друзья, как порадовались!
женщина. Вы нас стесняетесь? Все снимают, как будто мы как будто две друзья. Не стесняйтесь. Это потому что Настя абсолютно натуральная. Что в бизнесе нас мало осталось, кстати. Много, ну, тут дети, я бы сказал. Настя абсолютно натуральная украинская девочка. Чувак, снимается сюда. Никуда я с Настей на первом ряду. Она сама ко мне подходит, и еще садилась на колени, но я не снимал. Настя, пройдись, пожалуйста, по залу, я хочу реакцию. Да, не про меня. Я потом расскажу про твой синяк. Давай, поехали. Пара-па-пара-па-па-па-пам. Ребята! Спасибо, мне очень приятно, что меня вызовут девочки. Мы идем в время. Теперь я для девочек. Давай. Я люблю тебя до слез. Каждый год. Мы еще не готовы к этому, дорогие друзья. Все наши шоу проходят в вот такой атмосфере. Дело в том, что если у кого-то есть какие-то проблемы финансовые. Откуда у вас финансовые проблемы, если бы что-то надо понять? Какие-то сексуального плана. Это все разрешится. Это все разрешится, дорогие друзья, потому что мы здесь с вами собрались таким маленькой тусовкой, таким бруклинским хуторком. А если мы с вами хуторок бруклинский, тогда поем хуторянку. А ну-ка, Настя. Хуторянка. Все вместе с нами. Девчоночка-смуглянка. Гроши. Мне бы подросток всего лишь на чуток. Мою весну на хуторок. Теперь вы. Хутор-хутор. Громче. Не стесняйся. Девчоночка-смуглянка. Еще. Неплохо. Мне бы всего лишь на мою весну на небо хоть разок, всего лишь на часок, это про секс, судя по всему, была песня. Поехали, дорогие друзья, на хуторок! Привет, это София Ротару! Let me go to your body, and so, your body, and so. Эту песню под гитару напевала София Ротару, а сейчас для бомбы плату, а стихомерзи и гипота, come on! Слышу старые песни, что со мной не было. Ребята, кто не хлопает, тот вонючка! Yeah.
Как вентилятор отключается? Наверное, автоматически. Электричества опять нету в этом Бруклине. У вас горячая вода. Вот есть, как дела в Бруклине? Как у вас настроение? Как вы живете здесь, ребята? Неоднозначно. Но я не ожидал однозначных реакций сегодня. Сегодня весь цвет Бруклина здесь. Это первый раз, когда артисты выглядят дешевле, чем те, кто пришел в зал. Это сегодня. Мы вообще говорим об отношениях всегда, об отношениях между мужчиной и женщиной. Вот тут очень странные в Америке отношения, я пытался познакомиться с американками, познакомился. Понял, что наши девчонки самые лучшие в мире. Девочки, вы наши девчонки, похлопайте себе, не стесняйтесь. Они, сволочи, не заслуживают вас. Понимаете, потому что наши это прирастают. Но все равно в любой паре, в любой современной жизни муж приходит домой, она начинает пилить его за носки, не туда носки положила, только бытовуха. А так хочется, чтобы любили тебя, а не любили тебе мозги. Ты меня не хочешь, попиваем, не хочешь с нами понять меня. Но. А то сердце мое не разбивай на куски. А ты люби меня, громче, а ты люби меня, маски, девочки, а ты сердце мое, не разбивай нам, не надо разбивать, а ты люби меня, да. А не люби мне маски, не надо, меня надо, ну такое, ни молоко, ни сметана, ребята. Потап и Настя приехали, лауреаты международных премий. Это сложно, не знаю. $90 билет, товарищи. Работаем на 150, все вместе, Настя, еще раз. Ты меня не хочешь. Громче, громче. Не хочешь. Everybody. Понять меня. Кому? А ты сердце не разбивай на пути. А ты люби меня. А не люби мне мозги. А ты сердце мое. Больше секса. Больше секса! Люби меня, а не люби мне маски! Любите друг друга, не любите друг друга маски! Никуда не трогайте! Мы умираем, это слишком! Дорогие друзья, обратите внимание! 15 сантиметров каблуки! 125 килограмм! И как все легко! Маркина для тебя! Раз, два, три, 15! Человека танцуют и обливаются. А я смотрю, не завидует, я помню всегда, когда начинается. Или это виски ударило виски. Или это от того, что мужчины виски. Но что торгов меня на запчасти. Давайте все вместе в власти. Ты меня не хочешь. Громче! Не хочешь. Ай, красавцы! Понять меня. Кому? Отпишите мое. Не успевай на куски. А ты люби меня. Это не то, это не то.